победили мы заслуженно. Быстро забили мяч, контролировали игру. Да, при счете 1-0 было такое немножко как бы волнение в плане того, что создавали моменты, но не получалось их реализовывать. Не хватало вот последних завершений. Но когда счет стал 2-0, уже так стало поспокойнее. Спасибо, ваши вопросы. Приветствую, тебе не холодно? Нет, просто. Не, у Никоча в игре с Батео был сильный ушиб бедра. Вот, и мы решили просто поберечь. То есть по тренировкам неплохую форму набрал Триботич, и поэтому, ну, во-первых, и дали шанс Триботичу, и посмотрели его в деле. И как-то здоровье футболиста все равно важнее. Не хотели только вот это. Еще вопросы, пожалуйста, Антон. Антон Дробич, Стивенков. Сегодня БТ проиграл. Как вообще считаете, борьба за чемпионство, она еще не закончена? Я ничего не считаю. Надо играть, готовиться на каждом матче и набирать свои очки. Спасибо. Еще вопросы были? Сергей Витальевич, победа вас, во-первых. Показалось, что Шитова заменили из-за травмы. Я помню, у него спазм. Ну, я надеюсь, что все хорошо, потому что это игрок национальной сборной, сейчас важные матчи. Вот. Надеюсь, что мы его готовили, у него тоже было микроповреждение, поэтому он не играл вот в последних двух матчах. Вот. И я надеюсь, что все будет хорошо. Еще вопрос тоже по персоналию. Спрашивают про Миковича. Еще одна заявка остался. Не, Бегунов тоже получил микроповреждение, вот, поэтому его и в заявке не было по этой причине. Восстанавливается, готовится. Надеюсь, что мужик в следующей игре уже будет тоже готов. Жавнерчик уже несколько матчей подряд в заявке остается. Ну, Макс готовится, он хорошо работает, хорошо тренируется, но я не вижу смысла опытного игрока держать на лавке. Причем защитников мы меняем в редких случаях. Вот сегодня, наверное, первый случай за сколько? За 23 тура, правильно? Потому что мы выпустили защитника по травме. Вот. Поэтому, ну, он всегда готов. Если у нас возникнут проблемы именно в комплектовании, что он всегда готов выйти и своим опытом помочь и все. Ты сейчас сказали, да, про замену выше Роша, ближе к самому концу. Ну да, да. А то, что он не играет постоянно, насколько это связано с лимитом легионеров? Ну, вы знаете, что у нас сейчас 5 легионеров играло. Поэтому, ну, с этим и связано. По идее, у меня может играть в защите или Галович, или Роша. Кто-то один из них. Или тогда мне надо Бровочника не ставить. Потому что позиция Яха, позиция Фатая, один из нападающих. Плюс у нас Урош или Триботич. И вот получается, что я не могу ставить двух центральных защитников и легионеров. Потому что меня вполне устраивает игра. И Гавриловича вполне устраивает игра полностью. Я очень им доволен. И плюс, вот сейчас у нас Шитов играл, центрального защитника. Спасибо. Еще вопросы? Сергей Витальевич, вы сказали, что на тренировках напал Триботич. А как вам игра Иванова в последнее время? Сегодня гол, матч с мячом, гол ассист. Два ассиста. Да ладно, чуще так. Нет, я скажу так. Честно, меня не устраивает его игра, потому что он может играть значительно лучше. Если я вижу, что у человека есть потенциал, и ему только надо еще шажок сделать, вот, но... Вот, значит, меня это не устраивает. Когда я вижу, что это предел игрока, тогда я могу сказать, да, я доволен футболистом. Но когда я вижу, что он может еще добавить, еще лучше играть, еще больше приносить пользы, я могу сказать, что я тогда не до конца не устраивает игрока.